Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня аккаунт за десяточку. Поехали посмотрим, что у нас тут есть интересного. Так, надо будет начать это проходить. Пропустили мы один день, да? Так, смотрим, что у нас интересного есть сегодня на рынке. Это, в принципе, такое себе за соточку. Ну, книги пособирать на основе, разве что, опять же, на основе на этом сервере камней. Дофигище уже. Так, огник за 50. Роза. Нифига себе, камней за двадцатку. Неплохо. Так, ну этот пак с прайм-картами. У нас таки нету ПБшки, кстати. И седны, если я не ошибаюсь. Так, а с этих кого у нас нет? Надо зайти посмотреть. Ну, в общем, вариант этот пак. Ну, вроде он такой себе. Сейчас посмотрим, что там дальше еще есть. Такс. С таких Асурик, Махатма. А, ПБшка у нас есть. Асурик, Махатма, Седна. Лазуля. Ну, конечно, такое. Так, ну-ка смотрим. Мелкие паки здесь у нас. Я вообще, ну хотя в принципе чего фигня скины, самое основное на фрейку и на это утекание плюс восьмое. Пишите в общем в комментах, что вы думаете, какие. Поехали еще посмотрим здесь. Так, это большой пак, вот такой себе. Ничего себе за десяточку, ребят. Наконец-то вот Некрос есть, но ну, я думаю, возможно, этот пак забрать, и у нас будут еще карты дополнительно. Так, что там у меня с музычкой? Дополнительно будут у нас повторочки и плюс еще Некрос, ну и Огника сможем собрать еще часть. Вариант в принципе неплохо, у нас огник недостающий, либо же набрать скину. Ой, не огник, а этот некрас недостающий, еще не проснулся. Либо тут сундучки пооткрывать, но тут нету третьих сундуков с исцелением для тыковки, но зато есть куча других расходников. Ну такие, конечно, плюхи. 5 карт. А тут что у нас? Ну, фиг его знает. Пишите в комментах, что вы думаете. Ну, в принципе, можно и забирать Некроса. У нас там 2 по 10, в принципе. Ну, мы вчера не брали я ничего. Можно забрать вот здесь. 2 со скинами, получается 320. 2 пака со скинами и забрать Некроса. У нас есть же десяточка, я вчера ничего не забирал, я забыл. Либо забрать что-то другое, пишите в комментах. Алтарь, в принципе, у нас уже более-менее подкачанный. Ну, как подкачанный относительно. Тыковка, конечно, еще с таким талантиком, но терпимо. Рема, кстати, очень мало на аккаунте. Что удивительно. Такс. Хорошо. Поехали еще по акциям пробежимся, что здесь есть у нас. 4000, 1500. Фига себе, сколько камней. Так, с этим понятно. А что здесь? Шоппинг спри. Тем более, шоппинг спри есть. Можно даже, смотрите, если заберем, а там надо пак двадцаткой брать, чтобы были попытки. Пак двадцаткой брать. Новые
некоторые камешки, кстати, продают. Можно будет тоже позаморачиваться на основе взять. Докачать еще одного героя до 30-ки. Так, ну что интересного, поменяли магазин. 1500 камней. Смотрите, как упала цена, и 600. Офигеть, 1500 и 600. Я офигею. Вот это жесть. Насколько уценились эти камни уже. Было 500, там 600 потолок. 1500, ребят. Ну, желтенькие камешки надо тоже, кстати, забирать, потому что их надо будет немерено потом для прокачки. Такс, ну, блин. Фиг его знает. Вот. Роза по 40. У нас не хватит, конечно же. Смотрим, сейчас их только хлопи нет. Все. Разобрали очень мало, как видите, завезли. Дальше лазулю разбирают, как недостающего. Вот эти камешки тоже забирают все. По 20 штук. Ну, в принципе, они того стоят. Такс. Хорошо, с этим разобрались. В общем, будем смотреть по дню, что и как. Так, вот, кстати, недостающий мне скин надо будет тоже отсюда забрать. Соснова. Ну, неплохо, неплохо. Так. Бонус. В принципе, больше ничего такого интересного нового нет. Но шопинспри действительно обалденный. Поехали на... Напишите в комментах, что вы думаете. Забрать два пака со скинами и некроса. Или взять за 20-ку и собрать еще там половинку лазули. Ну, хотя там за 20-ку нифига толкового нет. Кроме камней. Сейчас еще разок зайду, а то я еще полусонный. За 20-ку. Тут за 20-ку пятое. Здесь коробочки можно повытаскивать. В принципе, 400 этих. С другой стороны, скины, мне кажется, поинтереснее будут на героев. И возможностей побольше. Так, поехали на русский сервер. Посмотрим, что у нас здесь сегодня интересного есть. Так, карта богатства. Войти. Что нам скажет русский сервер? Необычное, понятно. Такс, что у нас есть? Питомцы. Ну, в принципе, вот это неплохое предложение. Хром, питомцы, стрелок, ББшка. Ну, печальненький, конечно, рынок по сравнению с тем, но все равно относительно неплохо камешки. Интересно, шопинспри нету. Так, рулетка удачи. И по событиям. Понятно все. С русским сервером, в общем, все понятно. Поехали на китайку еще сбегаем. Посмотрим, что здесь интересного есть. Ну, не знаю, в принципе, неплохо. Ну, вот шопинспри на английском, конечно, бомбезный. Так, тут у нас что? Сумка Огника первая. Это затрату за карты вы можете получить. Блин, обалденнейшие талантики. Так, тут тоже камешки подешевели. Продают уже скин нормально. Ну, большие паки. Вот здесь, блин, поярче все-таки паки, чем на этом. Скин, паки. Да, китайский сервер все-таки дает иногда и английскому прикурить. Так, что тут у нас? Ну, тут печальные награды. Что еще интересного есть? Поехали, посмотрим. Так, это затрату. В общем, такое интересная тема, конечно. Ну, что могу сказать? Английский сервер — это английский сервер. Сейчас я гляну, что там у меня на основе делается. Ну, я уже сегодня
Апну, постараюсь сделать единички везде. Нет, у меня название, не могу посмотреть основу. Ну, что думать. Пятое, сундуки. Ну, отсюда, конечно, книги. Ну и там, допустим, мы вытащим коробки еще для прокачки, как вариант. Либо же все-таки я бы остановился, наверное. Ну, вот этот пак, ну, тут мне пару героев недостающих. Смысла не вижу. А вот скины, я бы забрал бы, наверное, скины в первую очередь. Вот эти нижние. И, конечно, вот этот пак. Вообще, пишите в комментах, что вы думаете. И плюс дополнительно, конечно, если мы за двадцатку возьмем, ну, шиппинг спри, если нет, придется еще пятерочку добрать нам. Чтобы забрать, там у нас будет две попытки. И шиппинг спри, блин, даже взять за две попытки камни, конечно, будет жестковато, но я бы, наверное, за этих две попытки взял бы лазулю для этого аккаунта. Половинку лазули было бы неплохо. В общем, пишите в комментах, что вы думаете, и будем потом разбираться уже вечером. Все, всем хорошего дня, всем удачи, всем пока.